Так, ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Донали, и сегодня по просьбам некоторых людей, которые, оказывается, знают, что такое Ark Survival Evolved, и те, кто ностальгирует по его старой версии, попросили снять меня видео о том, что же будет в новой, но прежде чем мы начнем, предупреждаю сразу, это, не знаю, перевыпуск, ремастер Ark Survival Evolved, который немножко по-другому называется, я, если честно, не запомнила как. Вот тут пока что все очень пусто, нету дополнений, есть одна единственная карта остров, и она очень тяжелая, и у меня, по-моему, RTX 3050, и я не могу играть на максималках, у меня вообще все на минималках практически, кроме текстур, иначе я уже не смогу играть. Отключение облаков, то есть вообще все на вот все почти вниз упало, и то меня будет очень сильно все подвисать, но я вас об этом предупредила. Просто, если вы хотите посмотреть, что и как здесь, то тогда устраивайтесь поудобнее, наливайте чаечек и давайте начинать. Да, у меня уже есть птеродактиль и паразаурологов, пара. Да, не буду выговаривать длинные названия, буду называть его пара. Приучала я их честным путем, то есть все как и требует игра. Единственное, я повысила себе, чтобы у животных быстрее падал голод, и, по-моему, чтобы приучались они побыстрее. Вот в этом случае да, потому что с базовыми настройками, с которыми я сюда пришла, это было вообще невозможно делать. Ну, а как только я это все переделала, стало жить намного легче. Итак, давайте посмотрим мою хижину. Она очень простая, недавно лишь построила второй этаж. Текстуры, вы можете видеть, очень сильно отличаются от первого арка, более детализированные, очень классные, но есть несколько новых изменений, я сейчас их постараюсь вам быстренько как-то показать. Во-первых, мы не можем ставить лестницу, где попало, она ставится именно на середине каждой стороны блока. И иногда, я не знаю по каким причинам, я не могу залезать наверх. То есть, допустим, я хотела лестницу сделать вот здесь, но, может быть, из-за того, что здесь текстура камня, я как бы поднималась наверх, но вот залезть мне лестница не давала. То есть я поднималась вот так вот, и все. Дальше она мне не давала пролезть, и только если падать вниз. А вот здесь все нормально, вот я могу залезть, все хорошо. Тут мини-холодильник, кроватка, там второй этаж к птеродактилю, который сейчас внизу сидит. И спускаемся вниз. Немножко все непривычно по сравнению со старым арком, но я играла в него больше 3 лет назад, наверное, поэтому для меня, в принципе, нет разницы, что я играла бы в старый арк, что в новый. Давайте покажу самую интересную тоже штуку. Она связана с костром. Кнопки все остались, кстати, те же самые. У нас есть автоматический подбор, то есть мы теперь все вещи, абсолютно все вещи, которые ставим, мы можем не ломать их, а подбирать. Боже мой, спасибо тебе, Арк, что ты это внедрил в основную игру. Итак, самое большое удивление, которое я испытала, и панику одновременно, это постановка костра. То есть, если мы бегаем на улице, то проблем никаких нет. Все то же самое. То есть, вот костер, мы решаем, куда его ставить, поворачиваем его как нам угодно. Но когда мы заходим в дом, случается сердечный приступ, потому что он ставится только на середину блока пола. И когда я впервые зашла, у меня, я прям орать хотела, у меня такая паника была. Я думаю, как? Как это работает? Почему? Нет, а я... Как это починить? Я не хочу вот этой вот строгой привязки. Не волнуйтесь, для этого существует кнопочка Q. Если вы посмотрите вниз, над ячеечками с предметами написано Disable Snapping, Hold Q. Мы нажимаем и держим Q, и все. У нас происходит отвязка предмета, и мы можем его передвигать как нам угодно. Вот за это спасибо, но первые просто секунды это была самая страшная паника на свете. Так, мы закидываем обратно все, что у нас здесь есть. Меня ждет одно некое приключение, и вы полетите в это приключение вместе со мной. А так, верстак, ящики, все то же самое, именно по своей технической составляющей, по структуре. Но модельки мне очень, очень, очень нравятся.
прям печь, когда горит огонь, даже с минимальными настройками, то есть лучи, как светит огонь из печи, это прям супер. Мне нравится, что допустимо разрешение постройки в текстурах, то есть вот так вот пересекаясь. Я лично не люблю, когда между зданием и камушком есть какое-то расстояние. Я обожаю вот так вот их соединять, скажем так, в один единый элемент и радоваться жизни. В общем, вот такой вот домик. Пока что я буду жить здесь, потому что здесь есть все, что нужно. У меня очень много дров, камня, есть выход к морю. Все мы знаем, что выход к морю — это вообще самое замечательное, что должно быть у вашей базы. Я уже забыла, как называется, базы. Да, чтобы вы могли собирать и томить подводных существ для получения жемчуга и еще чего-то. Вот. Но я очень боюсь глубины в арке. В первом арке я вообще чуть не умерла, когда мои сатрайбовцы позвали меня на этих кракенах купаться на самое дно, чего-то они там искали. И это была такая тьма тьмущая, что просто страх. Так, ну, конечно же, полеты. Вроде бы они не изменились. Кривые косы приземления птеродактилей всегда были в почете. И вот что интересно, я приучила пару самым первым, и у меня на нем вот такая вот штучка. Я не знаю для чего, я не знаю, что это значит, как это вообще можно объяснить. Но он у меня отображается на карте, то есть на какое бы расстояние я от него не отлетела, он будет мне всегда вот показываться вот таким значочком. Hold R to dismiss. А, может быть, это можно ставить на любого питомца? Но на одного. Я рисковать сейчас не буду, мне слишком нужен этот пара, как бы ориентиром в сторону моего дома. Карта, боже мой, стала вот такая. Теперь она отображает, кстати, то же самое существо, где ваш дом, имя персонажа. И вот с такими плохими настройками видно, что где, когда по карте. Хотя мне казалось, я пролетела вообще гигантскую часть карты, и, по-моему, это действительно не вся карта. Но тем не менее, мы сейчас отправимся повторно в путешествие. Так, на меня кто-то напал. Тут куча птиц. Я хотела бы сделать настройки побольше, но, ребят, я хочу, чтобы мой ноутбук пожил. Пожил как можно дольше. А Арк, он всегда кушает слишком много. Ну что ж такое, сядь, пожалуйста. Мне очень нужны... Тер, не хулигань, сядь. Ты можешь сесть? Вот эти косые штуки. Вот, наконец-то. Также очень сильно изменились текстуры. Во-первых, персонаж. Да, он у меня весь такой сейчас заблюренный, но, в принципе, очень красивый. Лучше по сравнению со старыми персонажами, чем то, что было когда-то. Вот, немножко в кожаное переоденемся, потому что мне нужно в холодный регион. Ну, относительно холодный. Значит, какие еще изменения я заметила за те, наверное, 2 часа, что играла вчера вечером, сразу после установки? У нас обновились лучи, у нас обновились столбы, маяки, по-моему, они называются. Как теперь выглядит камень с железом? Так, а ну-ка, отвисни, пожалуйста. Отвисни, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Вот, все очень плохо. Вот. Выглядит это очень классно. То есть мы теперь понимаем с первого взгляда, где у нас камень с железом. А еще я знаю, что вот здесь вот, по идее, должен жить спинозавр. Но я его что-то не вижу. Хотя он в прошлый раз был здесь. У меня после выхода из игры не так много времени прошло, чтобы спинозавр куда-то отсюда учапал. Где ты, моя прелесть, спину? Нет, видимо, все-таки куда-то делся. Подводный мир здесь тоже просто прекрасный, но я в него заглянула так одним глазочком, а потом перестала. Вот он, красавчик спинозавр. Мы слишком близко. Нет! Я так и знала, что это случится. Чтобы ее механика. Так, нет, спина. Ну-ка, давай ко мне, Птер. Спаси меня. Спина, фу. Спина, фу.
Фу. Все, летит. Что такое? Ты можешь подлететь ко мне нормально, пожалуйста? Все, фух. Я думала, все, сейчас от Даши останутся рожки до ножки. Так, надо посидеть немножко. Да, вот этот тот самый спина, он тут один. Я не меняла количество респауна животных на карте. Вот, но я считаю, их тут предостаточно. Самое грустное, это я не могу найти те виды, которые очень ищу. То есть, к примеру, у нас есть горные... Нет, не горные, а как их... Ну, в общем, кошаки, которые лазят по деревьям. Их я пока найти не смогла. Хотя я очень внимательно смотрела все стволы. Но, возможно, их и не было в основной карте. Мне кажется, они были на Рагнарёке только. Поэтому вот так вот летая, я их не нашла. Но зато за 2 часа полета по карте я ее открыла очень мало. То есть, вот я не могу сейчас ее посмотреть, она полупрозрачная. Для того, чтобы она стала плотной, мне нужно, видимо, сесть. Я, значит, встретила, очень хорошо и тесно пообщалась с змеюками, которые обитают на болотах. Я вот, да, встретила аллигаторов, крокодилов, оленей. О, да, с оленей можно мех добывать. Он мне, кстати, очень нужен, чтобы сделать теплую одежду, чтобы полететь на ледники. Так, а вот тут, кстати, и обитают эти гадюки. Так. Так, стрекоза, я не знаю, опасная, не опасная. Так, ну, в общем, змеяка там ползает. Здесь кто-то бегает. Это, по-моему, карнотавр. Или это кто? Да что ты не можешь сесть нормально? Я прям вплотную тебя подвожу к этому камушку. Ты можешь просто сесть. А, нет, это кто? Я забыла, кто ты. Ты кто-то болотистый. Я забыла, как тебя зовут. Да-да-да-да-да, вот только не надо меня кушать, пожалуйста. Так, в общем, тут еще змеи, черепахи, эфиомии видела. Так, это, похоже, тюпик. Кого я еще наблюдала? Конечно же, всяких диплодоков, длинношеев. Встречала, кажется, аллозавров, благо не вплотную. Это очень хорошо. И все-таки, долетев до жерла вулкана, я встретила в жерле вулкана какого-то очень большого динозавра. Возможно, это был тирекс тигрового окраса. Это было очень непонятно, но очень интересно. И я не понимаю, что он там забыл. И там же находится вход в босса. В босса дракона. Так, я чувствую... Эти осы или муравьи летающие. Так, в общем, да, природа здесь, как вы видите, совсем недоброжелательна. А я все-таки пытаюсь вспомнить, где мне найти бы зону, где вообще мало хищников, да побольше лохматых зверушек. Так, вот один вулкан. И давайте я поднимусь повыше. У меня стаминки, в принципе, хватает. Если что, я отключила путем консольной команды облака. Без них намного легче играть. То есть, если я их включу, вы даже вот этого увидеть не будете. Да и я, в принципе, тоже. Вот там у нас зона зимы. Это зона вулканов. И я не помню, что там за вулканом, но тоже какая-то своя другая зона. Пустыни здесь, по-моему, нет. То есть, тут хвойные леса, обычные леса, пляжные леса. Зима. Ни разу не видела, кстати, богомола. Но я не помню, он вообще в какой версии появился. Я просто тот человек, который жадно играл пару лет назад в Арк и скупил все абсолютно дополнения, причем настолько все, что последняя часть, кажется, Генезиса, мне давалась бесплатно. Какой-то я там сезонный пас, что ли, купила. О, я вижу черные камушки. Это, по-моему, обсидиан, да? То есть теперь, смотрите, мы можем прям различать, какие камни что нам дают, а не то, что, допустим, на черной земле, на черной горе. Так, ты не извергаешься, я надеюсь. Нас ждут черный вулкан. Так, значит, Птер, сиди, пожалуйста, на месте. Сиди, пожалуйста, на месте. Мне нужно немножечко добыть нам обсидиан. Обсидиан. А я не помню, чем его добывать. Не, по-моему, киркой.
Мне кажется, я его не добуду. Ага, один. Один. Мне надо делать железную кирку. Что-то я погорячилась вот так вот резко в горы идти с каменной киркой. Такая-то... Вот. Вот это я говорю, смотрите. Вот это прожилочки металла. И они сразу понятны и доступны. А не то, что это раньше в первой версии арка. Это был просто большущий камень с маленькими золотыми прожилками. И теперь смотрите. Вот мы его разрушаем. На нем появляются трещины. Все больше и больше и больше. И в какой-то момент он просто развалится. Вот. Подождите, а я даже обсидиан, что ли, не получила? А, нет, получила. Обсидиан. Один кусочек. Хорошо, этого мне для полного счастья, конечно, не хватит, но просто как ознакомление. Я все еще летаю и знакомлюсь с данной картой. Вот. Так, вот этот вулкан. И где? И где? Тут должен быть тиран... А! Вон он все-таки сгорел. Хотя он стоял там в одном месте на камушке, я была уверена, что это какой-то мини-босс. Так, сейчас давайте я увеличу вес нашему птеру. Все остальное меня, в принципе, устраивает. Вот, наконец-то. Вот он, кто это был? Так, тут больше никого нет. Вот вход в на босса, на дракона, по-моему. Кто ты? Это Гига? Ты Гига или ты кто? Кто ты? Ёлки, я не могу так увидеть, мне придется слезть. Я не хочу слезать. Мне безопаснее ощущается верхом на птере, знаете. Но, по-моему, это Гига. Похоже, действительно Гига. Я уже просто не помню модельки, но судя по размеру, да. И по форме черепа. Кристаллы! Посмотрите, сколько кристаллов, как они расположены. Это не 5-7 кусочков, это целые залежи. Особенно в вулкане. Просто большущее количество наростов. И они растут не только вот так на выступах, они еще и на тропиночках. Вот они, родимые, вот они. Кристальчики хорошенькие. И почему бы кристальчиков не собрать? Ведь мне нужно будет делать... подзорную трубу, как раз, чтобы понимать вообще, на кого я смотрю и что за существо гуляет передо мной. Так, а я вот не знаю, мой птер меня вывезет вообще со всем этим грузом? Я помню, что у меня было достаточно камня. Тут очень жарко. Тут очень жарко. Сейчас. Пусти меня. Пути меня с крыла своего. Давай я соберу. Ай, как звонко-то было. Это было очень звонко. Так, я собрала 5 кристаллов. Нет, я хочу больше. Это жадность. Я хочу больше. Я лучше выкину 100 пак из 100 камней. У меня сломалась кирка. Это знак. А еще у меня перевес. Ну все, это знак. 7 кристалликов. Я выкидываю 68 камней. Я выкидываю еще 100 камней. Я могу без них пожить. И все, я отсюда улетаю. Все, у нас предел по весу. Больше ничего забирать нельзя. Так, вот я очень хочу посмотреть, что находится в зиме, но мне нужна одежда тепленькая. Мне не хватает для этого меха. Вот, текстуры куда-то все пропали. Это арк, это нормально. Я всю жизнь играю в арк на минималках, меня это всегда устраивало. Вот, это нормально. Я привыкла. Вам не нравится, а я привыкла. Я даже не знаю. Вот, кстати, я ни разу не играла на своем новом ноутбуке в первый арк. Может быть, там я смогу увидеть хотя бы чуть-чуть побольше красоту арка, чем вот сейчас на новом арке. Но, к сожалению, старый арк, по-моему, должны будут закрыть и удалить из Стима. Ну, сервера точно прикроют, а вот не знаю, версию эту саму удалят или нет. Я надеюсь, что как бы она останется офлайн, и можно будет просто играть в нее, но без серверов. Ну вот локально, только если с друзьями, к вашей сессии, было бы неплохо. Так, вот тут мне уже холодно. Я не понимаю, где мне можно летать, где мне нельзя летать. Хотя у меня нету перчаток, нету сапожек. Так, это кто повысил уровень? Это я повысила уровень. О! О!
О-о-о-о-о. А ты случайно ли не этот? Не самый большой динозавр на планете, не? Кто ты? Где твоя шея вообще? Ты где? Вот ты где. Так, подожди. Ай-яй-яй, лагает, 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 сильно лагает. Или это просто брахиозавр? Или кто-то вообще? Я не вижу. Мне точно нужно сделать эту трубу. Кстати, мне повезло. Я еще ни разу не умирала. Это очень хорошо. Так, вот здесь вот у нас... Ага, вижу мамонта, аргента. Хочу очень себе воробушка. Я их воробушками называю. Но... Это нужно постараться. Кстати, здесь на новой карте очень много тропинок. То есть вы можете не просто искать, куда бежать, а у вас есть нормальные тропинки через леса, через скалы, вот такие пути. Вы по ним можете путешествовать, передвигаться, переселяться, я не знаю. То есть вот здесь тоже вот очевидная тропа. Так, так, так. Я вижу одинокого воробушка. И здесь еще ввели, кажется, новую систему, которая раньше была отдельным модом, если не ошибаюсь, что у животных есть... Нет, ты мне не нравишься, я уйду от тебя. У животных есть малыши, и иногда, я не знаю, правда, как это работает, я не поняла пока что принцип, вы можете приручать этих малышей. То есть, если вы находите детеныша, то ли нужно, чтобы он был без матери, то ли еще что-то. Не помню всех деталей, но он... Что такое? В тебе нету мяса! Как так-то? Ты сейчас у меня с голода помрешь, птер. Ты у меня единственный летающий маунт. Ты что? Так, нам нужно найти кого-нибудь маленького и беззащитного. И его это... Пустить на еду. А где все-то? Это такая стая рапторов из 6 особей сейчас мимо меня пробежала. Так, не лагай, пожалуйста. Так, это тоже мне не нравится. Оно летает. Что-нибудь наземное можно? Вот когда надо, животных нет. Когда не надо, их прям целые стада здесь ходят. О, анкила. Анкилу я не завалю, наверное. Чувствую сейчас все. Кердык будет моему птеру. Давай найдем кого-нибудь, хотя бы кого-нибудь нормального. Так, вот этого нет. Кто-нибудь наземный, олень какой-нибудь. Оленя я могу, у меня эти камушки есть, я в него шмальну, и он упадет. Никого не вижу, вообще никого. Никого и ничего. Так. О, черепаху, черепаху знаю. Вот черепаху мы осилим. Давай, 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 родной, ты сможешь. Я физически и теоретически могу сама, конечно, с ней справиться, но... Вот, стой! Так, еще вот мошки. А мошки, это ж хитин, кератин, что там у нас? Ну-ка, покажи. Так, все, ты кушаешь? Отлично. О, хитин. Кератин и кожа. Вообще замечательно. Все, у тебя еды уйма. Тебе нужно просто положить в инвентарь этот. Вот, смотрите. Вот я вам сейчас просто покажу. Тут никого злого нету. Вот у нас детеныш. И похоже, чтобы мы смогли приучить, действительно нужно, чтобы детеныш остался без мамы. Окей, это, конечно, очень грустно, но это очень классная механика. Мне она нравится. Я теперь, кажется, знаю, как... приручить. У меня там рядом с домом, если они не выросли, ходил трицераптос с двумя малышами. Не, ну двух малышей я не приручу. Зачем мне два? Так.
А вот, к примеру, с большими динозаврами это было бы вообще шикарно. То есть вот у нас даже, смотрите, Эфиопия гуляет. У нее два маленьких эфиопчика. Мошки. Так, ну что ж, это очень классно. Я, кажется, поняла принцип. Я не понимаю, тут, правда, можно приручать животных с рук или нет, или все-таки старая система, самая старая, что ты должен их обездвижить, оглушить, закинуть в них еду, и только после этого они приручатся. Наверное, да. О, какой ты красивый! Подожди, 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 подожди. Да сядь ты. Так, никого злого нету. Подожди. Подожди, пожалуйста. Какой ты красивый, а какого ты уровня? Подожди, я не вижу. Мне приходится нажимать на паузу, чтобы посмотреть уровень. 21-й. 21-й. А, Птер, а ты у меня какого? 44-го. Ну, ты явно был меньше, когда я тебя приучила. Слушай, ну ты очень красивый. Я знаю, тобой можно фармить ягодки. А я безумно падкая на окрасы. То есть мне все равно, какого ты уровня. Ай-яй-яй, дилка. Уйди, отойди. Мне в принципе все равно, какого ты уровня, ты просто очень красивый. И ты мне напоминаешь Эладара из фильма «Динозавр». Старый фильм, так, на кассете еще был. Так, у нас вот такие вот новые маячки, или как они называются? Что в тебе? Контейнеры. В нем вяленое мясо, копье, мясное рагу. О, и теплая одежа. Немножечко. Так, это очень хорошо. И вот так он красиво исчезает. То есть не просто взорвался и исчез моментально, а то есть прям анимация. Так, там два больших динозавра. Сзади Дилка и один игуанодон. Ёлки, мне правда до моего дома вон 4000 метров топать. И я не знаю, как бы стоит ли или нет. Ты такой красивый. Ну ты очень красивый. В принципе, нет, я могу без него обойтись. Я об этом потом, может быть, пожалею. А может быть, найду нового, красивого, хорошего. Но это будет не сегодня. Так, что мы еще? А, мы должны, значит, одежду на себя подходящую надеть. Вот, я же выбила себе из этого. Так, шапочка, ножички. И тебе до сих пор холодно? Тебе стало меньше холодно. Это хорошо. Так, что еще вам такого бы можно было показать? Я просто не знаю, я сама тут буквально раз-два и обчелся, сколько я тут летала. Кстати, что там по карте? Мне кажется, я одни и те же маршруты летаю. А, нет, вот это я сейчас в новую сторону полетела. Так, маяк передо мной, но я не хочу его собирать, он зелененький. Так, открытие новой карты, здравствуй, новые лаги. Ничего, мы подождем. Так, вот трицераптор, с кем ты дерешься? Трицераптор. А, о! О, стайка раптора. Ничего себе, ничего себе. Так, но мы тут останавливаться на них не будем. Это что, целый отдельный остров? О! Серьезно? Вон еще рапторы, вот еще длинношеи ходят. Аллозавры. Это лозавры? Аллозавры! Прикольно. Прикольно, прикольно. Так, хорошо. Но я так понимаю, да, тут самые базовые существа. Арка. Нет мне этих псов, опустошителей, или как они назывались, которые были в подземном мире. Тут только вот самые базовые зверушки. Так, ну это все те же самые земли, что у меня. Только в другом конце карты. И тут почему-то, кстати, нельзя было появляться. О, какой красивый. Очень красивый. Почему у меня нету пока с собой капсулы? А ты тоже беленький? Выйди, пожалуйста, на солнышко. Вот трайка я бы хотела одного. Но их тут два, и есть одна проблема. Если я начну бить одного, то сразу начнет атаковать второй. Ну выйди на свет, тебе жалко. Вот, давай, 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 давай.
Я не понимаю, он белый или он серый? Мне кажется, он такой же, как вот тот, который ушел. Так, но все равно далековато. Я не смогу птерам перенести одного трайка. Так, ладно, надо улетать отсюда. Тут вообще ничего интересного нету. Давайте все-таки заглянем прямо на самое начало зимы, потому что сейчас мне в этой одежде уже здесь жарко на пляже. А там я хотя бы, может быть, лохматиков найду. Мне же шерсть нужна. Я забыла, зачем я летела. Мне нужен мех. Мне же все-таки не хватает на штаны и куртку. Мне вообще ни на что не хватает. Ни на один комплект. Так. О, смотрите, какие красивые айсберги прям. Вау, это очень круто. Это прям очень классно смотрится. Я могу на них нормально сесть без потери равновесия, скажем так, и стойкости? Или я шмякнусь в воду? Вау, вблизи они еще лучше. Я даже боюсь представить, что с ними будет, когда они будут... О, они блестят, как снег на солнце. Вау. Ой, меня еще прикалывает. Мы теперь следы оставляем, и существа оставляют следы нормальные, то есть похожие на свои лапки. Ой, ну прям классно. Я под впечатлением. Я, в принципе, под впечатлением, что вот арк... вышел обновленный. Я не знала, что он должен будет выйти. Так, тут у нас мамонты. Аргентависы. Дайте мне одного аргентависа, который бы летал отдельно от всех, и он бы был бы очень красивым. Так, тут тоже мамонт. Мамонты, извините. Так, я вижу оленя, но тут слишком много... Аргент? Ага. 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 А вы что, вы яните с кем? Волки, кстати. Хочу волчонка. Волчонки тут есть? Так, я вижу, там кто-то ходит. Ты кто? Ой, не-не-не-не-не. Только не кабанчики. Кабанчики это я не знаю, это жуть всей вселенной. Так, тут аргент где-то. Тоже кабанчик. Ты что такое? О, дельфинчики плавают во льдах. Интересно, а вот на эти маленькие я могу сесть? О, там еще акулы, мегалодоны. Так, ну наверха я явно лететь не буду, я там начну замерзать. Пелагорнисы, мамонты, еще один аргент. Аргент. С красными крылышками. Да что, дайте мне белоснежного какого-нибудь или черного аргентависа. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я сказала чисто черного. Не надо за мной летать. Пожалуйста, не надо, не надо. Так. О. Так, кто-то где-то дерется. Внизу. Я вижу кабанчиков. Это же этот, как его, этот, ну вот этот вот, который, да, вот с этими, с карнотаврами ходит. Ага, то есть они так и тусуются все вместе вот в снегах, окей, хорошо. Это очень важно для нас. Я вижу волчонка! А он тут один? Конечно, один, ага. Не-не-не-не-не-не-не. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не. Во-первых, я одна, а вас много. Это нечестно. Ой, ну какие красивые. Тут еще кошак побежал. Волчонки, вы такие классные. Я так обожала волков в первом версии Ark Survival. Ну нет, ну вот. А кто там ходит? Не самка ли оленя? Мне нужна шерсть. Где ты? Вот ты. Ты щанкила. Да сядь ты. Ну. Так. Так, вот ну, зависаю неповоротливо. Да что ты?
Ой, не-не-не-не-не. До свидания. До свидания. Ай, понятно. Понятно. А, дружочка, я не знаю, где тут можно безопасно сесть, чтобы меня никто не побил. Вот тут еще целая стайка аргентависов. А, тут отстал? Фух. Фух-фух-фух. Ты кто? Так, нет, это не то. Кошак. Кошак. Кошак, мне нужен кошак. Да стой ты! Ой, тихо. Так, отлично, что в нем было? Кожа. Ни одного меха. Вообще, как так-то? Ой, ту-ту-ту-ту-ту! Мимо. Ёлки, вот они, два аргентависа. Два моих счастья. А давай мы тебя сагрим. Сагрся. Да-да-да, молодец. Молодец. Молодец, иди сюда. Тебя нельзя! Тебя нельзя! Ёлки! Нет, аргент! А, ты победил? Как так-то? Блин, ну жалко, красивая птичка была. Это меня кто-то побил? Нет? Ой, сколько с него. Меня мой аргентавис не довезет. Где ты? А, вот ты где. Тут еще очень текст маленький. Я вообще не замечаю, где кто сидит, где мои существа и вообще, что я получаю, что я не получаю. Так, мы опять тебе вкачиваем вес. Потому что я очень тяжелая со всем вот этим добром. О, у нас выпало, кстати, два когтя аргентависа. Я не знаю, зачем они, но зачем-то они нужны. Так, 4 минуты. А если я это все перенесу в тебя... 16 минут. Все, отлично. Давай мы в тебя вообще загрузим все на этом свете. Все. Это будет жить намного дольше. А мы должны возвращаться домой. И, божечки, нам лететь больше 5000 метров. Давайте я, пожалуй, поставлю на паузу, пока я туда лечу. Я надеюсь, со мной ничего не случится. Итак, мы добрались до дома без происшествий. О, здесь, кстати, у нас... Ядовитые ходят. Давайте мы избавимся от них. Ой, только мы еще и птера случайно завалили. До такого маленького уровня. Так, у нас уже грузоподъем есть под вопросом. Ладно, оставим так. А, значит, сейчас мы посадим нашего птера на крышу. Попытаемся это сделать. Да что ты не хочешь? Вот я нажимаю пробел, а он не хочет. Наконец-то. Так. Итак, наше сегодняшнее приключение завершилось очень удачно. Мы получили кератин. Так. А, это второй этаж. Я вначале подумала, а где все, куда все делось? Это второй этаж. Да, вот все. У нас здесь все есть. Мы загружаем все это в верстак. Ой, сколько счастья там у нас теперь. Так, это тоже мы все загружаем. Это пока мне не надо. Значит, нам нужно... Так, нам нужно железо. А для железа нам нужно дерево. Серьезно, у меня в верстаке закончилось дерево? На что я его потратила? Я что-то забыла. Вроде бы много было. Так, 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 давайте топор. И кирка. Ну и серп. Сейчас еще древесину возьмем. Да, ресурсы кончаются. Надо их пополнять. Надо пополнять. Вообще, самое идеальное существо, мне кажется, это богомол. Оно добывает вообще все. А, слитка металла не хватает. О, сейчас исправим. Подожди, 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 подожди. Мы сейчас все это исправим. Так, значит, мы берем. А здесь у меня есть? А здесь у меня что-то есть, кстати. Берем
Зажечь огонь. И где металлка? Я потерялась. Давай возьмем 17, наверное. Все-таки железное орудие труда нам больше нужно, чем все остальное. Давай 77 загрузим. Я думаю, этого хватит. Так, у нас есть 9. Мне не хватает еще 9. Ну что ж, пока подождем, ладно. Так. О, надо будет еще сделать винтовку. Ага. То есть мне, чтобы усыплять, теперь мне очень нужна винтовка. Она делается с помощью верстака. У меня достаточно, предостаточно кожи. Мне нужно много металла, много дерева. Еще больше металла для пуль и порох. Но с порохом, кстати, у меня вообще проблем нет. Я об этом начала заботиться с самого начала игры. То есть у меня 192 пороха. И можно будет загрузить еще. А вот хитин у меня... Вот с хитином все плохо. Давай мы загрузим как раз 100, 100. Вот так вот. И сделаем... Сколько там? 59. Хитина? Так, ага. Древесный уголь нам нужен для и камушки. Древесный уголь у нас здесь есть. Так, опять же камушки. Да, все ресурсы сейчас сразу загружу и в расход их пущу, чтобы потом не задумываться об этом. Так, пороха. Давайте вот 23 еще сделаем. Возьмем половиночку селитры. Так, откройся, пожалуйста. Здесь в тебя мы загружаем половину. Или это не влияет? А это не влияет. Тогда это пусть все лежит в тебе. Так, мне нужен мой птер. Птер мы берем самое лучшее мясо, которое там вообще только возможно. Да. А, во-первых, перчаточки, топор, стрелы. Ага. Так, коготь, кожа. Вот это вот все. И вот это вот все. Все, всего остального тебе просто должно хватить с горкой. Обязательно сохраняемся, потому что если в таких играх мы не сохраняемся, это большущая ошибка. Так. А вообще мне нужен был холодильник. Зачем я спустилась-то? Мне нужен холодос. Холодос. Селитра закончилась. Так. Понятно. Надо очень много селитры. Это значит, нужно очень много камня. Давай мы еще половину. Что тебе нужно? Камень. А камень у нас был. Все. Все, ресурсов больше нету. На те последние остатки делай себе селитву. Я у тебя еще там горсточку возьму, положу ее в холодильничек. Ну что ж, ребята, вот такой вот мини-обзор почти на час о новом перевыпущенном арке, которое я не помню, как называется. Мне безумно нравится, даже на самых низких вообще минималках, прям вообще очень все нравится. Механика с детенышами порадовала просто безумно. Потом мне еще понравилось, что текстуры, да и не только текстуры, а в принципе постройки стали другими. И вот все вот эти вот детали, они тебе учитываются. То есть ты чувствуешь уют от того, что ты живешь в этой постройке. Это классно. Так, вот это мы все сюда перекидываем. Так, где там мое железо? Я хочу завершить сегодняшнее видео тем, что... О! Так, потушить огонь тем, что я все-таки сделала три самых важных три вещички железных. Так, это вот так, вот так, вот так. Все, ребята, у нас железный век, первая ступень. О, ну красота какая!
Ну какая красота, такая новая, но потертая, немножко ржавчина, с деревянной ручкой. Ох ты ж, какой сер. Что? Это был листочек? Серьезно? Да нет, это не мо... Это был листочек, да? Кошмар. Тут иногда вот... Или это ты мимо проходил? В общем, неважно. О, ты снес мне яичко, но оно, правда, пустое. То есть я его просто могу потом съесть. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, те, кто хотели посмотреть и поностальгировать по арку, вы это сделали. Вот, но... Да, правда, все в таком пиксельно-мыльном цвете. Но я лично очень кайфую от этого всего. Так что всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео.